По последней информации, экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон уже прибыл в Бельгию. Подробности узнаем от Елены Абрамович, нашего корреспондента в Брюсселе. Лена, здравствуй. Расскажи, что известно на данный момент, где именно находится Пучдемон? Добрый вечер, Екатерина. Пучдемон сейчас в надежном месте в Брюсселе. По крайней мере, так рассказали журналистам источники в каталонском парламенте. То, что бывший президент скрывается, подтвердили также депутаты из его партии. Заявили, что Пучдемон в безопасности и поддерживает с ними контакты. На момент, когда генпрокурор предъявил обвинение, он уже был в Брюсселе. Вместе с ним в Бельгию приехали еще 5 членов каталонского правительства. Вопросом их размещения занимается каталонский дипломат, которого решением Мадрида уволили из представительства в ЕС. На данном этапе Пучдемон проводит консультации с адвокатами. К слову, Бельгия одна из немногих стран, которая предоставляет политическое убежище гражданам Евросоюза. Впрочем, бельгийский премьер призвал министра по вопросам миграции не подливать масло в огонь, и к вечеру ажиотаж вокруг этой темы уже утих. Екатерина. Лена, спасибо. Елена Абрамович была на связи со студией из Брюсселя.